Четверг, на часах 17:00. К футбольному полю детского оздоровительного лагеря «Мечта» начинают подтягиваться ребята. Причина понятна. В гости к ним приехала бобруйская белшина во главе с главным тренером красно-черных Юрием Пунтусом. Это надо, потому что мы сегодня футболисты, мы публичные, мы именно же тренируемся, играем и живем, пока мы играем именно для болельщика. Хочется сейчас пообщаться с ребятами, чтобы вот им это и показать, и доказать, чтобы они ни в коем случае не сторонились футбола и футболистов. 5 минут на общение, разминка и обсуждение регламента игры. Профессионалы к процессу подходят с улыбкой, без накачки. Ребята в восторге. Возможно, это будет встреча со старыми друзьями и шанс проявить себя именно против нормальных футболистов. Интересно, как бы новые игроки уже есть, как бы первый раз можно было увидеть, поиграть, им интересно будет. Далее игра. Игроков белшины ради справедливости и интриги развели по разным командам. Свисток и матч стартовал. Первый гол не заставил долго ждать болельщиков, которые, к слову, громко и активно поддерживали футболистов. В первом тайме команды отличились по разу и на перерыв ушли при счете 1-1. Борьба, удары по воротам и красивые голы. После отдыха характер матча не изменился. Соперники еще по разу начинали с центра поля. Но, как и полагается, в этой игре победила дружба. Было непросто играть. Команда соперника навязывает борьбу. Молодцы, стараются. Новые эмоции, это новые какие-то впечатления. Ребятам, я думаю, интересно играть с футболистами. Это уже вторая встреча белшиновцев с ребятами. Для одних это продвижение бобруйского футбольного бренда, для других – опыт и новые эмоции. Такие мастер-классы, уверяют организаторы, станут традиционными и обязательно продолжатся в следующем году. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск 360.